Так, ребят, всем добрый день. У нас новый день, новый влог. Короче, показываю, сколько мы вчера наморозили ленивых голубцов. Вот противень, вот дощечка, вот еще одна дощечка и два вот таких вот подноса. Сейчас моя задача их отковырять, по пакетикам разложить, все убрать в морозилку. Блин, у меня большие пакетики закончились, только маленькие есть. Ё-моё. Только маленькие пакетики есть, большие пакетики позаканчивались. Ладно, будем в маленькие ложить. И буду все в морозилку убирать. Полуфабрикатов пока хватает. Феликс решил покорить горы, не получилось. Как у вас день начался, пишите. У нас еще хорошо. Светин телефон тут жужжит, а она спит еще. Они с подружкой. Катюха там, а сегодня спят еще. Так, сейчас я буду все отковыривать. Как-то это еще от подносиков бы отковырять. Что-то как-то надо отковырять, не знаю чем. Буду сейчас детским ножиком отковыривать. Отковырялась. Ура! Сейчас сломать еще. И вот буду вот так вот убирать в пакетики и в морозилку. Ой, телефон жужжит, как меня вот это вот бесит, когда так телефон жужжит. Девочкам сколько раз говорила, если вы спите долго, так отключайте, блин, телефоны свои. Нет, тяжело отключать телефоны. Много не влазит, по 5 штучек в пакетик буду вот так высовать, чтобы поместилось больше в морозилку. Будем фасовать. Ладно, ребята, я буду фасовать, потом вам покажу, что у меня из этого получилось. Если интересно, то оставайтесь со мной. Всем хорошего дня. Ребят, мы съездили в город, закупились школьными кое-какими товарами, плюс я еще купила сахар 10 килограмм, но я поднимать его не буду. Покажу сейчас одну пачку, достану, как и будет. Вот. Взяли 10 пачек таких. Дальше. А у нас удлинители горят, как не знаете. Взяли вот такой трехметровый удлинитель по 174 света, да? И вот такой вот полтораметровый 300 с чем-то рублей. Дальше. Дай мне, Оксане, Маринин рюкзак. Там аккуратно ягоды. Давай игрушку юную сразу покажу. Там ягоды аккуратно. Хаги-ваги за... Что он? 99. И утю за 99 взяли. Дай мне ягоды, пока вы их не растоптали. Я прям на них смотрю, вы сейчас мне их растопчете. На рынке там продавала женщина ягоды. Взяла я вот такую смородину. Тут 4 литра за 300 рублей. Поэтому вот так. Дальше. Взяла себе тапочки. И все, здесь больше ничего нету, да, из этого? А, еще Машкин брелок. Маша себе давно просила вот такого. Только она большого просила, но большие очень дорогие. А этот, что? 150 у Маши. Все, на, Марина, свой рюкзак забирай. Дальше. Машке взяли вот такой вот рюкзак. Она сама выбирала, мы до этого уже ходили, она присмотрела, говорит, мама, только его хочу, поэтому только его и взяли. Искали Маши брюки, но у нас то они, убери, пожалуйста, ее, то они большие, то они узкие, то они длинные. В оконцовке мы ничего не взяли. Смотрите, кстати, ребят, сегодня помидорки уже красненькие. Да. Классно. Еще не до конца, они поспели, еще нет. Сейчас будем доставать все, что в рюкзаке. Феликс, не ешь пакет. Первое покажу, что взяли Маше вот такой вот из рюкзака не видно. Маш, по одной вещи будешь доставать и давать мне.
вот такую вот, короче, кофту. Маша сама выбирала. Она сначала, знаете, померила кардиган вязаный. Но на ней он как мешок. Вот в натуре мешок картофеля на нее одели. Мне не понравилось. Я говорю, Маша, нет. И вот такую вот кофту взяли. Что она была? 1200. 1200, во. Дальше. Это чьи? Это Оксанины. Свет, ты не помнишь, почем они были? Нет. 800, по-моему. Да, 800. Вот такие вот туфли Оксане взяли ходить. 800 рублей. Дальше. Брюки Оксане брали. Брала по две пары. Вот такие вот Оксане взяли брюки. Они по стоимости, не помню, 599, во, вспомнил. Какие буду помнить, те скажу. Потом вот такие вот брюки взяли ей еще одни. 399. Да, там распродажа была, мы на нее попали хорошо. Телефон тут чей-то. Дальше. Вот такие вот еще Маши. Ой, это кому? Оксане мы брали. 599. Вот такие вот взяли. Розовенькие, они ей понравились. Так, дальше. Давай. Я видела. Я показывать все не буду. Здесь, короче, мы взяли нижнее белье Свете на 2200. Покажу из того, что можно. Это вот такие вот две пары носков. Ну и вот этот вот топик можно показать. Остальное, извините, показывать не буду. Там плавочки, лифчики. И вот такой вот топик мы ей еще взяли. И там вот нижнее белье. Ну, один бюстгальтер у нее 700, другой 600. И плавочки по 300 рублей. Так, что-то еще было вроде бы. Все. Все, ребят, вот такие вот все покупки были. Вот что взяла? Вот ничего не взяла. А ушло 10 тысяч. На что взяла? Ничего не взяла, да? Ну, в целом, как-то так. Все, отчет сделала. Перед вами отчиталась, показала, что купили. Маша, единственное, брюки мы пока не нашли. Кофта хорошо, да, Маша, на тебе? Прибирай ее сразу на место. У Маши блузки есть, кроссовки есть, туфли есть. Мы уже все потом поближе как-нибудь 1 сентября покажем. У Оксаны блузки тоже есть. Брюки мы купили. Ей надо еще будет. Кофта у тебя есть. На, посмотри, вот кофта, по-моему, есть. Ладно, дорогие друзья, сейчас буду блендером взбивать, наверное, смородину и с сахаром. И буду убирать в морозилку. Мы решили так делать. Потом будут кушать зимой свежие вкусные ягоды. Ладно, всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Знаете, ребят, что забыла показать? Сегодня еще взяла Ване вот такой вот шампунь и Марине вот такой. Просто детские шампуни закончились. Я взяла вот это 134, это 295 рублей. Тут два в одном. Шампунь, гель. Так, персиковый. А здесь детский шампунь два в одном тоже. Купайся, играй. Но запах не написан какой. Ну, похоже на жвачку на какую-то. Короче, вот такие вот еще две шампуни. Забыла показать, а то потом скажете, что я не все показала. Всем доброе утро. Мы сегодня с Ваней и с Марином едем на прием. Смотрите, как наши цыплята выросли. Кибафуи уже встали. Скоро опять муж будет переставлять ящик. Все уже потому что съели. Да, Марина? Ладно, идемте на прием. На автобус мы идем. Тайсон всем привет передает. Так что вот так вот. Ладно, едем в город. Все, сходили мы на прием с Мариной. Ваня тут со мной. Сегодня просто в садике воды нет. Ваня поэтому дома. Сейчас идем, пойдем в парк прогуляемся. А потом домой поедем. Мы просто на автобус опоздали. Пришли мы на детскую площадку. Ребятки играют. Там Марина качается. И потом поедем домой. Так, ребят, съездили мы на прием. У меня у Марины тут она комарики покусали. Она расчесала. Назначили мазь. Какую мазать? Все, сейчас будем мазать. Муж заходил в магазин и взял вот такую вот колбаску южную. Потом и упаковку сосисок. Так, что я взяла? Ну, это мы питье брали. Пили по дороге. Маша с Оксаной принесли купить. Потом Марина с Ваней тут выпросили вот такие вот
прописи две. Ванина и Марина. Там наклейки попросите Машу с Оксаной. Они вам помогут наклеить. Так, тут у меня дальше мои документы. Дальше. Ваньку увидал такой конструктор. Он любит. Маша поможет тебе собрать. Да, Машенька? С Оксаной. Молодцы. Кошки взяли вот такой вот корм. Тихо, Ваня. Подожди. Иди отсюда. Бутылку масла. У меня закончился дезодорант. Я купила себе дезодорант. Маша, гель для душа вам купила. Вот такой вот гель для душа. Как-то бы... На, понюхай, как вкусно пахнет. Только и себе слитки взяла. А? Да, у нас закончился, поэтому это... Все, вот такие вот, ребята, все покупки были. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем хорошего дня. Всем привет, дорогие друзья. Ванюшенька, иди поиграй, пожалуйста, там на месте. У нас сегодня с вами распаковка нашего любимого Василька, но тут произошел казус. Света не дождалась меня, забрала штаны и футболку. Я вам вставлю фотографию в конце видео, поэтому увидите, что. А сейчас покажу остальное, то, что нам пришло. Ну, давайте вот с этого. Это носки мужские 41, 37, 41 размер. Сейчас. Покажу вам такие. Это вот такие вот обычные короткие черные носки. Дальше. Заказывала трусы для своего сына. Сколько раз заказывала, всегда нравится. Вот такие вот обычные боксеры. Такая расцветка и вот такая. Там вообще у них расцветки есть разные. Поэтому смотрите, выбирайте и заказывайте. Слезь, пожалуйста. Дальше, что я заказала? Следующая вещь, это футболка. Ой, нет, не футболка, шорты. Я заказывала Егорке. Футболку хотела такую же заказать, но, к сожалению, не было размера, поэтому вот такие вот шорты. 48 размер, по качеству они вообще суперские. Нам как бы понравились, поэтому ссылочки на каждую вещь я оставлю в описании. Там это прайс. Дальше здесь у меня эта упаковка носков. Я сейчас открою вам, покажу по-быстренькому. Это вот такие вот обычные длинные носки. Здесь их очень много пар. Своим мужчинам заказала. И последняя вещь, которая вот здесь, это постельная. Я заказала полуторку на резинке Егорки в общежитие, когда он пойдет учиться. Темная взяла, потому что светлая он не любит, поэтому вот такой вот. Там, если вы хотите заказать просто на резинке, вы просто пишите в описании, что просьба сделать просто на резинке, и пишите размеры своего матраса. И тогда вам делают просто на резинке. И увеличивается сумма постельному. Вот такой вот был заказ, то, что Свете заказала. Я вам фотку вставлю, поэтому смотрите и заказывайте. Ссылочки все оставляю в описании под видео.